Это Красная Двина, улица Симоня. Здание, которое мы видим вдали, это стекольный завод был. Такие трубы огромные видны. Что там сейчас? Я не знаю, но во всяком случае раньше там был завод. Сейчас я на улице Симоня. Такая небольшая улочка. И так она выглядит. Дальше там школа. Школа, в которой мы учились, когда были детьми. Мои друзья, я, сестра, все. Пройти еще немножко железная дорога. В одну сторону в центр, вторая идет в Эцике на взморье.